Здорово всем! Вы на канале Уж мы сегодня поиграем в игру под названием Deep Sky Derelicts. Или как там говорят, отвечали, я не знаю. Начнем, наверное, с компашечки, да? Так, герцог, можно поменять имя, да? Кафка и сам. Пусть будут такие. Собиратель, охотник, громила, техник, санитар, лидер, собиратель. Так, охотника возьмем. И санитара возьмем. Как-то так. Псих, нет. Инициатива плюс 2. Непоседа, уклонение. Махина. Гений. Да, вот так. Гений, интеллект плюс... Не, давай вот... А что дает, подожди, психу? Инициатива плюс 2. Нет, давай-ка ему еще сделаем гения. Он будет вообще у нас интеллектуальный интеллект. Уклонение, да. Обычный или хардкор? Не, давай обычный. Первый раз играем, поэтому надо... Ну, давай туда, старт. Добро пожаловать, искатели, я вас ждал. Мне нет нужды говорить вам о том, что мир несправедлив. Вы и так наверняка знаете, а это лучше многих других. Поскольку сам я аристократ, я могу лишь догадываться, насколько тяжело приходится людям без гражданства. Поэтому я хочу дать вам шанс оставить эту жесткую жизнь в прошлом. Вот как! Ну что вы предлагаете? Давайте сразу к делу. Там будет что-то вниз ползти или нет? Если умеретесь... А! Я думал, он отвечает. Вот как, что вы предлагаете? Я хочу, чтобы вы отыскали и захватили гитарный ковчег. А в качестве награды я предлагаю вам полноправный галактический гражданин. Ковчег — это просто выдумка. Мне понятен ваш скептицизм. Однако ковчег не выдумка, а поразительный факт, который вам следует принять к сведению. К тому же я не предлагал бы гражданство любому, кто найдет ковчег, если бы считал, что этот корабль просто выдумка. Наши ученые установили, что ковчег спрятан где-то в этом секторе. А у нас есть веские основания полагать, что он полон таких чудес техник, каких мы себе представить не можем. Триумвират готов заплатить за него любую цену. Найдите его, я гарантирую вам гражданство. Тот самый счастливый билет, который обеспечит вам беззаботную жизнь в уютных и прекрасных зеркальных мирах. Звучит уж слишком заманчиво. Почему вы выбрали меня? Каким образом я могу его найти? Насколько мне известно, у вас есть боевой опыт, и вам доводилось исследовать реликаты. Надеюсь, мои источники не ошиблись. Ищите зацепки на корабле, ваша задача проникнуть на командную палубу и попытаться найти ценную информацию, любые сведения, уцелевшие за те тысячелетия, что эти суда дрейфуют в космосе. Далеко не на каждом реликте можно найти нужные сведения, но если вы накопите достаточно данных, наши ученые смогут вычислить местоположение ковчега. Мне это по силам, с чего нужно начинать? Зайдите в притон, подпишите пару контрактов, чтобы у вас был дополнительный ход с экспедиции, а потом идите в док и отправитесь на шаттле к одному из недавно обнаруженных судов. А что насчет моей команды? На них ваше предложение распространится? Да, если вы найдете ковчег, все члены вашей команды получат те же привилегии. Можете не продолжать. Короче, надоело. Дай поиграть. Как только что-то выясните про ковчег, сразу доложите мне. Покажите себя достойно, я выдам вам рабочий допуск более высокого уровня. Если сумеете найти и захватить ковчег, гражданство вам обеспечено. Но имейте в виду, я сделал такое предложение не только вам. Действуйте без промедления. Пшел ты. Пошел отсюда. Контракты. Значит, наемники есть у нас, доступные наемники. Текущая команда. И список полон пока. То есть три перса только может быть. Добро пожаловать в при... можешь еще раз? Не можешь? Ну ладно. Так, ну значит, хорошо. Значит, настоящая работа. Дворец... Изучение... Офис... Подожди, а сколько там изучение червяков? Настоящая работа есть. Так, а я все. Можно его взять? Я все возьму. Новое задание. Здесь, на борту станции, мы занимаемся подготовкой к заданиям. Давай заглянем в притон и возьму контракт за их назначение. Так, это я только что сделал.
А здесь что, заходите, оружие, модификация, прочее снаряжение, у нас здесь все. Хотите по-быстрому сбыть товар с рук, нет проблем. Купить предметы, смотри, тут всякие есть, да? Всякие есть оружайки и так далее, да? Ну ладно, так. Тут наши, ну я понял, да, нормас, нормас, это типа УФО. Если кто играл в такую древнюю старую игру. Сегодня я буду вашим пилоном, покажите мне свой билет, выберите на звездной карте пункт назначения и вперед. Значит, Маскин, погнали туда. Все, прибыли, как будете готовы вернуться на базу, дайте мне знать, берегите себя, ребята. Сейчас самое время открыть КПК и узнать, куда мы направляемся. Открыть КПК. Просканируйте окрестности, чтобы выяснить, какие неприятности нас поджидают. Нам нужно смотреть все необычные сектора. Это мы здесь находимся, да? За базом, когда он иссякнет, система жизнеобъемно что-то отключает одна с другой. Опа. Стойте, ведется поиск, подозреваемый имя Соломея, подозреваемый непосредственно документов в офисе бережливости тяжелого труда, основания нарушения закона, в том числе и трудовой деятельности, появление в общественных местах, разыскивается для заключения под стражу, не представит, предоставит награду за полезные... Такой не знаю. Отстань. Подтверждено. Внимание, присмотрите к этому человеку. Она из числа опасных паразитов, которые встречаются в нашем обществе. Заявление. На этот раз мы ее поймаем. Уйти. Вопрос, ну лучше, подожди, о котором мы говорили. А, ну короче, можно уйти, да? А как тут? Тут типа все через вот так вот типа делается, да? Убирайтесь, я не желаю иметь дело с ней с вами, с вашим родственником, либо убирайтесь, либо помогите мне умереть. Вас ищет робот-полицейский, говорит, что вы нарушили много законов. Здесь пастор, я не хочу возвращаться вот и прокричу тюрьму, лучше мне смерть, пожалуйста, помогите мне умереть. А другого способа нет? Я не знаю, если бы я могла уничтожить хотя бы часть этой ужасной системы, отрезать голову гидры, да, отрезать. Принеси мне голову дроида, по крайней мере, это хотя бы немного меня утешит. Я принесу вам голову дроида. Не. Хорошо, хорошо. Это успех. Все текущие задания перечислите на вкладке журналов КПК. А, то есть мы можем, короче, либо убить дроида, либо отдать. Да нет, пойдем за завалим этого. Драйдинова нам она. Нужно разными намерениями. Готовлюсь к конфликту. Готовься, целься огонь. Приготовиться к бою. Так, тихо. Если у нас много энергии, проблем в бою не будет. Но когда энергия на исходе, стоит задуматься об отступлении. Я тебя понял, герцог.
Ты хорош. Возможно взять две карты, восстановить 20 счетов, можно использовать один раз за бой. А что я могу сделать? Подожди. Адреналиновая инъекция. Прилив все во время хода, можно сыграть дополнительные карты. Полная перезагрузка, перезарядка счетов. Подожди, у меня ходит сейчас ты, Кафка. Так. А что она делает-то? Я что-то не понимаю. А, Кафка-то у нас кто? Я не помню. Он санитар у нас же. Я забыл уже, да. То есть это, короче, ну, типа, обычный, как бы... Мы с вами в такое уже играли на канале, но было на стримах, да, такое. Но, да, теперь это... Это голова. Взять все. Вы добыли голову пастора, и теперь можете вернуться к сломе и сказать, что её пока никто не преследует. Окей. Погнали. А подожди, а как ее восстановить, вот это вот? Непонятно, да? На исходе мы можем использовать аккумулятор и найти какой-нибудь другой способ пополнить запас или вернуться на сервер, чтобы зарядиться, пока еще не поздно. А-а-а. Говорить. Салами, какие новости? Обрести голову или же готовы убить меня? Вот голова пастора. Моя мечта сбылась. Я знаю, что на самом деле это ничего не меняет, что рано или поздно по моему следу пойдет новый пастор. Но ваша солидарность тронула меня, она придала мне силы, а я тут думала, что у меня их совсем не осталось. Я благодарен вам, теперь у меня, по крайней мере, есть время на то, чтобы немного отдохнуть, я обдумаю свой следующий шаг. Я тут нашла этот мод, хочу отдать его вам. Задание выполним. Выполняя контракты и задания, мы получаем кредит. Новое снаряжение. Данные, добытые на Рейлаку, по-моему, продвинуться в поисках ковчега. Хорошо. Открыть КПК. Открыть КПК. И это взад, типа, да, вернуться? Да, давай взад. И мы погнали. Вернуться на станцию. Да, в принципе, мы в такую пошаговую играли, но помните, я не помню, как она называлась, но там не было карточек, а здесь, типа, еще и плюс карточки добавляются, да. Мы можем пополнить запас энергии в ломбарде за вполне разумную цену. А еще и денег это стоит? Подожди, а почему? Я же выполнил контракт, открыть КПК, подождите, журнал. Почему активно? А, подожди. Все. Собака. Ладно, предметы. Подожди, нам же дали вот эту штуку. Уровень 2, энергетический клинок. 25% вероятность, 60% дополнительного урона щитам и перезагрузка на разрывающий шквал ударов. И... так. Это кто? Герцог, ты кто? Охотник? Санитар и лидер. Thank you.
Да, погнали, конечно. Мы сейчас там будем исследовать эту хрень. То есть эту планету сейчас поисследуем. А что, туда никак? Странно, ну ладно. А, я вот так вообще могу. Опа, тихо, обыскать. Взять все. Добыча, отлично, ищите модификации для снаряжения, лучше никогда не повредят. А на вкратце предметы КПК можно увидеть все собранные нами модификации и мусор. Опа. Оружие готово. Инициирую боевой протокол. А, почему? Уборщик. Ну, они слабенькие, в принципе, пока вроде. Так, то есть у нас тут все вот так. Ну, слушай, нормально на самом деле, что? В принципе, нормас. В принципе, как раз такая вот игра, такая, знаешь, не для стрима, а именно для такого прохождения, что ли. Ну, в принципе, интересно, мне нравится пока. Очень жалко, что я его не убил, вот этого. Ну ладно. Такой довольный. Самозарядочку сделаем. Карты, нужно, чтобы карта как бы, ну, нормальная. Нету вообще, видишь? Блин, я думал на этого мы... А, это он и есть, все правильно. Дай карту того удара. О, хорош. До свидания. Да, в принципе, нормас. Такая пошаговая, такая, в принципе, игруха. Взять все, но, видите, там ничего не было. Сколько даст? Сотка, да? 320, 130, да? Что это означает, я не понимаю. Обыскать. О, взять все. Так, 260 энергии, да, валим. Надо вот сюда сейчас будет пойти. Ну, в принципе, видишь, слушай, ну мы так, если мы так будем, да? А, подожди, а что мы там насобирали-то, ё-моё, предметы? Уровень 2 стрелковая модификация. Уровень 2 техно... А, это значит, кто использует эту штуку? Щитовое ядро, ты? А, у них, наверное, у всех оно есть, да? А кто самый слабый? Щиты 24, 24... А, ну они все одинаковые. Давай этого санитара тогда.
А, в смысле? В смысле, не понял. Это вот сюда, а это вот сюда? Или как? Чё, ну, почему не может? Не понял, ну ладно. Это вот тут куда? А, это вот сюда, на стрелковое, да? Угу. Такая это не мне пока никому не нужна. Так, что у нас там про Риори? 800, да, нормально. Хансен Джолс собирается идеальных нот, пропала без водителя такси Тенгейдер, должен был доставить ее домой, сказал, что она на борту Лераори. Тот, кто найдет ее и вернет домой в целости сохраны, получит на гранту. Хорошо, погнали. Ну да, потом еще вернемся на эту планету, там тоже нужно будет все обыскать и все, в принципе, сделать по красоте. Все, прибыли, как будете готовы вернуться на базу, дайте мне знать, берегите себя, ребята. Но, в принципе, мы это и так, да, это мы, в принципе, и так знали. Так, сразу сканируемся. Погнали. В принципе, нормально ему уже так подвынесли, но броник уже вынесли. У него там осталось немного. Посмотрим, что он, как он. Блин, тренажку нормально вынес, кстати. Но он на этого. Это нормально. Все, давай, до свидули. Можно до свидули, пожалуйста. Ай-яй-яй, я единичку оставил. Плохо. Че, давай эту попробуем. Что за М-граната? Да ёб. А, он сейчас взорвется. Нет? А почему он не взрывается? Сломанный нейронный сервопривод. Материал для переработки. То есть тут еще можно что-нибудь перерабатывать, да? Это классно. Так, обыскиваем. Мусор. Ну все для переработки, я понял. Так. О, вот это что-то интересное. Усилитель снарядов. Усиленный огонь. Вы находитесь на планете... Ой, сейчас бомбанет. Вы тщательно осматриваете устройство, оно как будто выключено и не реагирует на ваше присутствие. В остальном машина кажется исправной. Описать на планете технику в отсеке, ничего не трогать. У вас недостаточно познания, чтобы разобраться в сложных наблюдениях технологий. Собранный материал абсолютно бесполезен. Собака. А подожди, а можно обыскать что-нибудь? Стой, а можно сюда... сюда уже не вернешься теперь, да? Опа. Некротики испускают утробный вой, начинают приближаться, приготовиться к бою. Прилив сил. У этого чувака, да? Так, значит, рассеянный выстрел, давай. А, у них, они без броников. Они без броников. Адреналиновая инъекция, подожди, на герцог, это ты герцог? Да, вот на тебя. Шикарно. Шквал ударов, давай. Нет, да. Или да. Нет. Вот, давай вот это вот. Да, минус. А почему он два раза ходит? Потому что я понял. Да, тот же чувак умер. Я вообще грамотно сыграл. По красоте.
Ну вот сейчас он будет... Ой. Блин, ну он нормально, смотри, 12... Ох ты. Фига себе, он как козябра. Козябра, как козябра. Не, прикольно, затягивает игру, игру вообще прям затягивает. Мне нравится, очень хорошо. Я только не очень понимаю, что такое избыток. Так, 370 надо будет уходить. Когда вы пытаетесь привлечь ее внимание, она поднимает руку, призывая вас к молчанию. После небольшой паузы он открывает канал связи. Все, куда-то наконец-то удалось поймать последний кластер. Привет, я Джолос. Чем могу помочь? Просить за резкость, у меня была крайне сложная задача. Чем вы занимаетесь? Я собирал электромагнитные вибрации, и их излучает черная дыра, вокруг которой летают эти реликаты. Я впервые смогла записать их так близко от источника, и материал получился невероятно ярким и четким. Но чего-то не хватает. Я знаю, что это немножко глупо, но могу попросить вас об услуге. Что мне надо делать? Вы должны помочь мне провести один тест. У этого корабля есть одна особенность. На его борту есть великолепная аудиобиблиотека, но он не пускает меня к ней. Он хочет, чтобы я нашла... представитель, который как раз получит обыск консоли. Вы бы не смогли это сделать. Давай, окей. Отлично, я держу канал связи открытым, так что у вас будет доступ к содержимому консоли. Я хочу скачать ее базу тонов. Так что постарайтесь не тревожить ее и отвечать на ее вопросы. Я на вас рассчитываю. Так, значит, нам... Куда нам надо теперь? Я что-то не понял. Сюда? Блин, не сюда. Искатели, привет, как делишки? Нормально, а у вас? Не надо пару раз чуть не погибли, немного жутковато, а так нормально. И вражеский искатель. Как насчет торговлю? С удовольствием. Чего у тебя там есть? Давай. Ну-ка, давай-ка. Ладно, у меня вот что. Оружие с, по крайней мере, одним категорией 650. А что, нету? Средний аккумулятор, ладно, обойдусь. Ну давай средний аккумулятор возьмем. А чё продать? А чё продать нельзя им, ничего? Нормально. Хотя, наверное, средний аккумулятор в этом, в магазе дешевле, наверное, стоит, да, чем этот. Так, открыть КПК, подожди. Я же могу, типа... А, средний 300 единиц. Средний 300 единиц, это нормально. Маленькая... В смысле, почему? А, вот, все. Сотку поднял. Поднял бабла. Опа. Ну, давай, давай. Ты один, как, какой тебе там что-то прогревать? Хорош, завязывай. Раз... Эйдовес. Слушай, ну он еще нормально что-то очень бомбанет. Да, кстати, нормас, так нормас. В принципе, я... О, слушай, скоро у нас будет этот уровень уже у всех персонажей. Это прекрасно, это прекрасно. Это выход, типа, или что? Обыскиваем. Взять все. Древний ок, обнаружена хлипкая органика, лучевое оружие активировано. Так, ну вообще, я просто не знаю про что. Слушай, ну нормально тогда. Потрясение. Они в одного фигачат, да?
Да, вообще, в принципе, так нормально. Не, игруха затягивает, реально, очень прикольно. Очень, мне нравится. Так, на герц... Ой, на этого. Воу, ля-ля. У-ля-ля. На-на. На-на, на-на. Ну все, у него без щитов остался, все уже. А то есть еще, короче, на этих, да? Ну да, каждый ход, короче, еще на... О, все по второму уровню получили. Это прекрасно, это прекрасно. Так, взять все. Это шикарно. Так, а это что такое? Это типа выхода или что? Новая посадочная зона. Вернуть на станцию могу. Прекрасно. Ой. Так, сканируем, бежим. Вы обнаружили исправную консоль, она ждет вашей команды. Восполнить запас энергии. Запас энергии восполнен. Процесс завершен. Увеличили резервное. Сканируйте окружающую территорию. У-ля-ля! Прекрасно. И-у-ля-ля! Отлично. Все. Все вообще. Шикарная консоль с данными. Да. Что использовать-то? Вы обнаружите справедливо? Опять что ли? Уйти. Да. Уля. Ух. Ох. Смотри, как от, сколько всего открыли, да? А, мы здесь, да? Так, а мы там были, мы там не были. Так. Слушай, да, ну так много нужно исследовать всего. Энергии надо, как бы, очень много в этой игре. И мусор этот пока непонятно за для чего. Ну, в смысле. Опа. Рядом с консолью неподвижно высится огромный конструктор из металла и плоти. Попробовать загрузить данные. Вы пытаетесь загрузить данные, но случайно записали программу, активируешь охранный конструкт. Ёптель-моптель. Ёптель. Смотри, слушай, он мощнее, чем мы. Он очень мощный, да. 22, он сразу щит снимает. Ой, господи, зачем я это сделал? Я дурак. Так, отлично, мы ему сняли, короче, броник. Надо сейчас по-быстрому ему... А, он пропускает ход. Угу. Да не самозарядка, я тупо-ка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 
Ну, повезло тебе, папаша. На-на. Шикарно. Он даже не, он ничего не взял? Вы сейчас же на котором вы можете спокойно загрузить. Загрузить данные и уйти. Все, да? Теперь мне нужно к ней идти, да? А она где? Это сюда? Да, погнали. 120. Но тут выход есть близенький, поэтому если что. Если чего, то сразу улетаем. Опа.
Ну что, получилось? Не. В смысле, почему? А что нужно было сделать? Подожди. Чё она просила? Дай-ка журнал. Вернись с отчетом губернатору. Ищите данные. Воспользуйся своей проленивец звуковой библиотеки. А, нужно найти звуковую библиотеку где-то, да? Сотрится энергия, жесть. Опа. Опа. Слушай, энергии-то мало остается. Надо наверх идти. Ну-ка давай сюда попробуем восстановить энергию, если получится. Но все равно пролегает через... Ну, здесь. Поэтому давай-ка попробуем сейчас за энергию как бы забрать, да? А, тут больше нету ничего. Он больше... Ну все, он уже не может. Я понял, хорошо. Все, уйти. Эх, жалко. 50 будет, да? Подожди, 20, а сюда 80. А там драться нужно будет. У меня мало энергии. Не, погнали. Сейчас вернемся сюда. Ну, сейчас доложим этому чуваку, во-первых. Получим денежку хотя бы. И, ну... Сколько у меня денег вообще? Где мои деньги? Бабки, бабки, бабки! Да, денем всякую хрень. Подожди. И... О, смотри, модификация. Тебе, наверное, надо, да? А, или сюда это, да? Это вот сюда, да? Только давай не тебе, а вот тебе. Чего? Церковное оружие с разбросами. Это куда? Это же на оружие, нет, на стрелковое? Или я что-то туплю? Да, давай сюда. Так. Уровень оружейной модификации усиленный огонь. Левик. А, это куда? Подожди, что такое? What the fuck? Тебе? Нет. А, вот сюда. Да, ну хорошо. Хорошо. Так, это всякий хлам. Я вот не понял про насчет вот этой темы, короче, что с этим делать. Так, это всякий хлам, да, окей. Вернуться на станцию. Так, восполняем сейчас энергию по-быстрому. Давай, да. Так, и назад. И это куда? А-а-а! 500 крон, давай. Назад. А почему не... А где... А где... Как выполнить этот-то? Подожди. А, вот сюда, наверное. Да. Иди сюда, слышь. Мне нужно говорить вам о том, что мир несправедлив. Вы и так наверняка знаете, что... Ну, поскольку я аристократ. А, так это я же это все сделал. Чего? Я же это делал. Ну, хару. В смысле уйти? А кому сдавать эти-то, ну? Кому сдавать журнал? Подожди. Ну? Отлично. Прекрасно. Ученые займутся и хорошо. Что-то еще? Мне пора. Да. Хорошо, если что-то выясните. Ну, понятно, да. Значит, мы получили денег, мы восстановили энергию. Мы сканер немножко улучшили. А, подожди, давай-ка еще раз посмотрим. Что это? Дальность 1000 уже. Эй, а где деньги-то мои? Я у меня ее. И, горюсь. Где мои бабки? А, вот. А, нет. В смысле?
Хорош! Где? Собака. А, слушай, давай-ка наш что продадим. А подожди, а где-то может переработка нужна будет, нет? Аккумуляторы заря... Да блин, а что за бред? Почему? Где, где мои деньги? Алло, контракты. Что за бред? Вот на ё. А я смогу сейчас выбирать местоположение на карте или нет? А, хэр. А, могу. Так, окей. Погнали, короче, сюда. Шалак нош яр онаега. Блин, какие-то уже кобры, смотри, появились. Сложноватенько, да, уже пошла? Пошла жара. На-на! На-на! Ай. Ай, сука, отравил? Да. О, мы уклонились. Мы красотули. Мы прок... Да не тебе. А, тебя? Или не тебя? Кого я? Я не тебя хотел ударить. Опа. 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 Ты хорош. Нормас. Так, ну мы должны запинать эту кобру. Он без брони уже. Ой, как классно. Просто по красоте. Минус 15. На-на. Ничего себе. Вчера он вынес мне вообще броник весь. На-на. Да, свидуси. По критам пошли. Вообще нормас. Вообще нормас. Так, теперь сюда. Будь как мы. Нет, не будем. Сорян, сорян, мрдор. Ты чё такой сильный-то, алё? Братан. Братюня. Оу, е! Это было прекрасно. Это было прям очень. Это было прям очень сладенько даже. Ай, это что такое за говно? Хорошо, хорошо. Криты. Криты прям вообще отлично. На-на, и все, до свидули. Просто до свидули. Шикарно. И еще можно обыск... Оу, Просто шикардятина. Просто шикардятино. А где библиотека? Я еще так и не понял. Я, может быть, что-то не то делаю? Может быть, что-то не то делаю? Экс. Про ленивец. Играя роль таинственной машины. Бип-бип-бип-бип. Бип-бип-бип-бип. Не ожидай фанатичного суррогат, но он у вас есть? Вы о чем? Это что такое? Ты что там? Ты... Вы долгожданный делегат? Чего? Вы представитель того, у кого есть доступ? Не ученик фокусника? Да.
Проверяй данные по результатам В2 анализ. На самом деле я не задаю дурацких звуков, я просто пытаюсь порадовать ваш примитивный мозг. Джолос, доступ разрешен. Для игры правильный тон, мне нужно большое количество энергии. Готов ли вы сыграть в нее? 50 энергии? Ну давай. Ну, итак, вопрос. Первый вопрос связан с обращением интервала. Если обращение септима — это секунда, обращение квинта — это кварта, то во что при обращении превращается секста? Чего? Подожди, септима — это секунда, а обращенная квинта — это кварта. То во что при обращении превращается секста? Секста превращается в септиму. Секста... Подожди, квинта? Обращенная. Квинта — это кварта. То есть кварта... Неверно, чуть заново глядите, свяжите, я попробую еще раз. Сюга! Падла! Первый раз я запрещаю интервал, септима... Так, единица не подходит, хорошо. Подожди, это секунда. Квинта — это... А, обращенная квинта. Это кварта. Кварта — это 4. Правильно? Или нет? Я не знаю. Давай 4. Иди в сраку. Срань. Уйти. Сколько у меня энергии? 198. А, до выхода 70. Ну и 50 я могу играть, да. Давай. Да, давай, готов. Короче, не 1 и не 4. А сколько я могу один раз сыграть, да? Или два? Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Давай варианты. Я реально не знаю. 1.4 я пробовал. Давай 3. Отлично. Так, первый вопрос 3 надо записать. Троечка, я сказал. Связано с модальной последовательностью. Значение B 0, C 1, D 2, E 3 и D 4. Чему будет равно E, если B 1? Если B 1, то E будет 4, нет? Верно, теперь последний вопрос. Так, в тональной системе числовая последовательность 2, 5, 1 приводит к разрешению стандартной фразы. Но как обстоит дело в атональных системах? К разрешению стандартной фразы. Как обстоит дело в атональных? Даю доступ к семиступенной зоне. Доставьте его порядочный мотив урона к месту вашего происхождения. Перехожу в режим. То есть мы, короче, все сделали. Мы красавчики. Мы вообще, мы просто разбомбили. Разбомбуха. Разбомбуха-буха-буха. Так, и потом туда-то вернусь. Это 20 энергии, да, вроде вернусь. Вроде нормально, нормально, нормально. Вроде все нормально. Ну давай, заходи. Ну-ка. Ну что получилось? Ну что получилось? Да, консоль передает вам мотив под названием «Урановая колба». Да, консоль... так. Превосходно, кажется, теперь у меня есть все, что мне было нужно. Осталось вернуться домой и как следует изучить эту урановую колбу. Большое вам спасибо за помощь. На этом реликте вас ждет такси с посланным вашим мужем. Вот его контактный, он доставит вас домой. На этом... Я все время забываю, что это нужно тыкать. Не очень. Ну ладно. Спасибо еще раз, пойду отыщу его. До свидуси. Дуси-дуси. Мы возвращаемся на корабль. И восполняем энергию. И я надеюсь, мне мазафака дадут денег. Обещанных. 73 уже. Ну и чё? Где оплата-то моя? Алло. Сообщите Джаймису, что Джолос готова к отбы... А где он?
А он где-то там на корабле? Жесть, надо его искать. Типа. Ну, давай. Давай. А где этот Джалус-то? Подожди. Я что-то не понял. Вот тут что такое? Так, ну короче, нормально мы так тут это, да? Типа все, мы тут уже обыскали, да? Опа-на! Нужен хлебка органик, ночеваем. Да ёптель-моптель. Ну хорош, ну хватит! Ой, 534 уже. Ой, как шикарно, да? Жалко не убил. О, уклонился. Юху! Сработала карточка. Прилив сил. А чё ты опять ходишь-то, упырь? Да. Шёл ты в срань. А чё это такое было сейчас? Ладно. Ой, ну ладно, нормально, я. У меня нет все равно карточки. А, так. Нормально, вынесли все. До свидули. Ой, хорошо-то как, а? Взять все и свалить. Так, и все, последняя точка, наверное, на этой карте. Я просто не очень понимаю. Сканер. До сюда сколько? 270? Блин, много. Стоп, а можно поменять? Нельзя поменять? Как отменить? Ладно. Да, вылетит, вылетаем, да, что-то я тупанул. Да, наверное, будем уже заканчивать сейчас. Если, ну, сделаем эту работу. Да, вот здесь мы это высаживаемся. Да. Вы видите, что Джоулс, Джеймс, который котлет, Джеймса замечает подход по жертвам. Привет, Джоулс! Джоулс сказала, что вы очень не выручили. Я уже благодарю вам, что мне не пришлось тащать туда дальше. Приятно было вам помочь. А, подожди, мне уже обещали бабки. Мне сообщили, что возраж ждет вас на станции. Если нужно будет как куда-то добраться, просто свяжись со мной. Мы отправились, удачи. Ага. Отлично. Бабки, давай сюда, где мои бабки? Отлично.
сдать. 930. Шикардятина. Просто шикардятина. Стоп. Смотри, какого мы говнеца всякого нашли. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Если хотите эту игру на стримах, пишите мне. Если же хотите в таком виде продолжения, то есть в таких вот роликов, то тоже пишите. Буду рад очень ознакомиться с тем, что вам понравилось больше. Всем спасибо, всем счастливо, с вами был Шмага. А подожди, а как тут сейф-то? А, сохранить. И все. А, и все, да. Все, всем счастливо, всем пока.